что это за хуйня? Умри! Мика, умри! Не бейте его только, пожалуйста! Мика, вот что это, блядь, за моб ебучий? Да мы все уже должны сдохнуть, блядь! Ну что ты его вводишь-то, а? Просто, блядь, проебали прайд. Умрите, падаем. Падаем, все падаем. Все падаем, не подходи туда. Мика, не подходи туда, нет. Ну какие же вы все... Уеба... Бесите меня максимально, блядь! Проручаю себе этого... О, помоги мне! Помоги мне, он меня сваншотит! Спасибо большое, так. О, и я приручаю, двойное приручение. Помогите! Кто-нибудь! Run. Нет, нет, иди нахуй, отец. Нет, нет. Блять, а так? Все еще нет. Все еще нет. Отстань от меня. Ебать, дракон бодро пролетел. Пивка никто не желает. Пивка для рывка. Ё-моё. Спасибо. Вы что, реально? Блять, так. Что значит слушай? За мной. Спасибо! За Альянс! Спасибо, тут надо, дорогой. Это счастье. Меня, кстати, ест ёбаный червь! Меня съел червь! Ам-ам-ам-ам-ам! Произошло со мной, блядь, поедание, нахуй! Меня съел червь! Вкусно! Аркан, иди нахуй. Чё, блядь? Кто? Кто такой, блядь? Аркан маг, блядь! Руслан! Ну как ты нашел аркан мага в пати, есть гайд? Аркан маг! Бум-бам-бам-бам-бум-ба-бам-ба! Звучит как фаермаг, если честно. Так-то, у вас же есть изгнание? Изгнание. 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 Дайте... Ребята! Это кто? Это кто? Кто это? Какой-то мужик! А гля, что-то не ожидал. Гля! Гля! Что с ним? Что с тобой, брат? Что с тобой? А-а-а! Что с ним? Что с ним? Что? А-а-а! Что с ним? Он что, блядь, ебанутый, блядь? Что он сдох-то так? А БР как скоро будет? Давай, Руслан, еще немного ты найдешь на панели БР, ебать. Руслан! На панели есть БР! Говоря, блядь, подготовитель кадавров. Так, а вот этого... Я Нет! Нет, сзади! Сзади! Я спулил пак! Сзади! Танкуй, блядь. Танкуй, блядь, танк. Танкуй, блядь. Давай! Шалава, давай! Давай, открывай свой англо-русский словарь! Давай! Шалава, да... Вот. Руслан сама, он выдержит. Нездоровый! Да почему, блядь? Блядь! Что-то я же обосрался, блядь, если честно. Фу, блядь, отходи от него. Отходи от него. Так, спилка. Спасибо за донат. Это все, брат. Такс. Неужели в тайм Руслану респект? Киру донат. Что за хуйня, Салась? Какая-то нац, брат. Какая-то хуйня, Салась. Два уебана в команде. А мне, знаешь, что выпало? А раздумья. Раздумья. О чистоте, блядь, ебаный. А ёбаный, блядь! В чистоте, блядь! Ничего себе, Добби свободен. Мы! Так я ж пошутил! Хорошего вечера. Спасибо большое, знатно, но шутка очевидна, вот. Блядь! Какой-то, знаешь, некрополис отсоса, блядь. Атрополис, понимаешь? Отсополис, понимаешь? Отсосолис! Это не некрополис, это отсо... А где финальный процент, извините меня?
Динозавр! Ё-моё! Спасибо! 10 тысяч рублей на 5 человек, по 2 тысячи рублей на каждого. Минус 8к за косяки, 2к за старания тигра. Такая вот математика. Интересная математика! Спасибо, огромное. Он женат? Это счастье мне, спасибо большое. Кадила, блядь! Это за труп рекламы не стыми нахер. У меня аж в ноги, блядь, ушло. Я аж втянул, ебать. Отец, спасибо огромное. Это счастье мне. Иван! Ваня! Ебать! Спасибо. Бу, я обосрался. Я журавлёв. Прямо летишь со мной, Илья. За руду. Спасибо большое, Илья. Илья заплатил 100 рублей. Это так же охуенно, как сок любимый. Фруктовый сад. Как сок, фруктовый сад. Уникальный клюквенный вкус наполняет ваш рот. Всего лишь 100 рублей, как и донат от ног уважаемого. Если не хочешь морс, можешь попробовать пепси. Уникальный напиток, который наполняет его рот. Можно сказать, и счастьем черного цвета. Счастье черного цвета. Пепси. Уникальное счастье и новогодний вкус. Новогодний вкус. Отлично. У тебя там ларек под столом? Нет, конечно, да? У меня зато есть пиво Мельник. Пиво Мельник. Теперь безалкогольное. Монаховский райд. Рекламы Кинопоиска не обошлось. Да я шучу же, ребят. Я шучу, да? Вот, но Кинопоиск HD не шутит, поэтому всегда есть уникальная возможность подписаться на 2 бесплатных месяца, используя мой уникальный промокод, на который находится, ребяточки, в описании. Поэтому можете его взять и подписаться на Кинопоиск HD. Кинопоиск HD – лучший фильм бесплатно целых 2 месяца. Шок. Илья, а ты мне сделал скрытую рекламу сока? Ю, Илья, спасибо. А ты умеешь делать скрытую рекламу сока? Никакой скрытой рекламы сока у меня нет. Просто мне очень нравится пить сок. Сок – это то, что дарует силы и витамины. А, со вкусом клюквы. Вкусно. Ой, Оля, открой где-нибудь окно, жарко что-то. Оля! Оля! Ольга! Оля! 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 Оля меня не слышит, а все потому, что использует наушники Razer Naga. Razer Naga – лучшие наушники на рынке наушников. Уникальный 3D-звук, создает объемное звучание, вот. И к тому же защищает от лишнего крика. Я хуею, блядь. Ты где? Блядь, да что за хуйня? Это охуенно. Эх, пизды. Ё. Эх, пизды. Спасибо большое. Было бы неплохо. Эх, пизды, топ-донатер, нихуя себе. Блядь! Умирает практически. Я, ох, блядь, вот она, блядь. Кипа, крыса, живи! От, спас, кипа, крысу. Блядь! Блядь! Так. Задонать мне было бы неплохо. Плохо, если не донатить. Задонать мне было бы неплохо. Плохо не донатить. Задонать мне было бы Замаслинило меня за пополный, блять, ребяточки. За поп... Нахуй вы меня замаслинили опять! Блять! Такие дела. Ребятки, например, всем нужно подписаться, поставить лайк и задонать мне. Было бы неплохо. Рад всех видеть. Так же хорошо рад видеть, как старый Мельник. Старый Мельник, отличное пиво. Спасибо большое за донат. А теперь еще и безалкогольное. Здорово и велкнабл. Хорошего стрима. Хорошо. Со вкусом детства. Пиздец, так. Отлично, ребят. Спасибо большое. Спасибо большое. Такое же большое, как настроение в Новый год от Пепси. Уникальный напиток, который я советую пить тогда, когда у тебя сильная мучает жажда. Пейте охлажденно. Да. Да, наконец, достойные противные. Такие же достойные, как... Жвачка Mentos Purple Fresh. Я хуй, ребят. Эмблема известности и... Испытанная в бою часть доспеха!
Блять, эхо пизды! Я смотрю, тут эхо пизды ебашит как надо. Я прямо, я сейчас даже прям посмотрел и даже немножко удивился. Но не так удивился, ребяточки, как о приятному аромату многоуважаемого одеколона Джентльмен Дживанши. Джентльмен Дживанши. Уникальная марка, и сейчас идет по 40% скидке для ваших любимых парней и девушек. Дживанши. Сколько рекламы на подачу уникально. Блядь, СТП, да это же не реклама, блядь, это рофл. Но не такой сильный рофл, когда тебя мучает аллергия. И время от времени тебе все-таки стоит что-то с этим делать. Ты кажется, что жизнь твоя остановилась, но на самом деле нет. Многоуважаемый цитирезин. Цитирезин. Таблетки, которые без побочных действий уничтожают всю аллергию, как в носу, во рту, даже на хуе. Да, все так, ребят, охуеть, блядь. Как он рекламный бюджет и компании раздувает. Блядь, вот бы мне кто-то платил за рекламу. Было бы неплохо. Так. То есть еще реально подумайте, что у меня реклама дохуя стала. Что вас там не знал, как бы, да? Погнали. Блядь, это пиз... Зачем ложиться? Нормально все будет. Безус... Лопнул тупо его. Едем, ребята! Едем! Пиздец! Я видел, блядь, пиздец, вы видели? Удар по столу отменяет каст! Удар по столу отменяет каст! Какого хуя он отменяет, блядь? Чё за рофл, блядь? Спасибо большое за стрим, за поддержку, за донаты. Было очень приятно. Увидимся. И... Бак! Жуа!